В общем, ребята, всем привет. Мы нашли наконец-то Аню. Ребят, привет всем. Привет. Ребят, знаете, простите, где она была? Она была в озере. Да, тупо по колено. Да, там даже уже больше. Вот нет, там не так было. Ну, поменьше, все равно. Ну, Влад, там вот так вот где-то было, вот так вот. Да. Вот, где-то вот так вот было. Но она уже реально очень... Мы просто еле-еле достали Аню. Да, так она еще туда хотела прыгнуть, чуть ли не по шее. За ней Лера пошла. В общем, идемте к ним, подойдем. Лера сейчас разговаривает. Так. Правда, неудобно очень. Девочка. Я ее сегодня видела. Кого ты видела? Девочки, я снимаю, все. Я снимаю, успокойтесь. Я с ней познакомилась, ее Оля зовут. Ань, какая Оля? Да. Ань, что за Оля? Оля, которую мне я кажется, говорила. Ань, да хватит, ты понимаешь? Ань, крыша поехала. Ань, не снимай! Ты зачем снимаешь? Не снимай. Камеру бери. Не снимай? Ладно. Да успокойся, Ань, ты понимаешь? Да нет никакой девочки. Ты ее видела, девочки, Оли, ты, да ты веришь в какую-то несуществующую девочку? Мы приходим сюда, мы постоянно влазим в какое-то дерьмо. Реально, мы постоянно во что-то здесь ляпаемся. Я не хочу в этом месте находиться, понимаешь? Не хочу. А мы приходим, то тебе кто-то написал, кто-то еще. И постоянно что-то. Мы, блин, это просто Ань, что-то с чем-то. Успокойся. Тем более, Аня, ты просто понимаешь, сон. Это обычный сон. Какой сон. Она реально находилась здесь, она со мной разговаривала. А сидела. Что ты ребятам скажешь? Ой, у меня галлюцинации пошли. Не, ну вот у Ани реально крыша поехала. Тут я посмотрю, где Ань, понимаешь, просто хватит. Ты говоришь постоянно о какой-то девочке, не стоит вообще ее упоминать, ты понимаешь? Почему? Вообще, встань. Ты не трогайся, зачем ты это сделала? Аня, выкинь ее! Она подарила этот браслет! Да хватит уже! Ты видела, она мне клятая! Я не подарила! Да не надо меня трогать даже! Отойди, ты мне в стене адекватный! Зачем вы меня трогаете? Я просто скажу, ребята, ну как бы непонятно, что с ней случилось, что это за сон, и вообще, что это такое. Ребят, простите, что так плохо ее видно, потому что я пытаюсь сделать так, чтобы она, ну, не заметила, что я снимаю, что она, вы видите, в каком у меня сейчас состоянии. Да. Я пока с ней еще что-то поговорить. Окей. Конечно, это капец. Господи, серьезно, я не знаю, что... Меня, я не хочу, чтобы вы здесь были! Да ты понимаешь, что мы здесь... Я не знаю, что здесь делать. Ну, вы реально посмотрите, вы видите. Во-первых, вы видели ее голову? А что она со своими косичками сделала? Ужас. Капец. Да. Что с косичками? Я же тоже сейчас только что ребятам это сказала. Да. Ужас. Саня, ты реально какие-то сны. Какой-то сон, девочка, браслет, бумажки. Они с тобой не разговаривают вещи вообще. Она со мной разговаривает. Ой, ужас, ужас, я не буду сейчас это снимать. Я не сниму. Не... Зачем вы все ко мне пришли сюда? Анька! Мне, пожалуйста! Да успокойся, какое это? Я не буду это снимать, потому что, ну, это уже... Пере... Да успокойся! Аня! Ой. Ань! Я не понимаю, что здесь происходит. В общем, ребят, только что девочки не то что подрались, поссорились, скажем так, больше. Она меня толкала, вы понимаете? Я не пойму, за что? За какой-то браслет, за какую-то девочку, за какой-то сон. За что? Я начала драться. Своих друзей. Я просто, она подходит и вот так вот на меня толкает. Зачем? За что я заслужила? Я не хочу здесь находиться. Да потому что тут происходит какая-то чертовщина. Реально. Ты сколько... на голову так дали, утопленники. Ты сколько историй, понимаете? Сколько историй. И как же, конечно, у нас, оказывается, тут в камышанах кто-то пропал. Оказывается, человек, вы понимаете, что раньше здесь, вот тут вот камышан находится, здесь находили трупов, реально трупов, просто расчлененных трупов, понимаете, я боюсь здесь, во-первых, здесь могут быть какие-то люди, реально маньяки, утопленники, да кто попало, ну блин, это реально страшно, я пытаюсь ее отсюда как бы забрать, а она меня толкает, за что, тупо, за какую-то девочку, за какой-то браслет, мало ли, может быть, на нами кто-то прикалывался, я видела кого-то, я знаю кого-то, она меня, блин, ужас. Лучше подругу. Это настолько смотри, именно, страшно, она, походу, успокоилась, я не знаю, что делать. Аня. Аня, мы снимаем. Может, я что-то сказала? Да что я ей сказала? Я ничего не сказала. Я ей просто, ну, пихнула. Аня. И
естественно, я не знаю, обиделась или что, я не могу понять. Просто она меня чуть ли там не толкнула, я чуть ли не упала, и тут вот она сейчас сидит. Аня! Я все-таки не ошибалась. Видео про эту девочку. Ань! Вер, позвони его выйти. Все, нет твоей Оли и твоего браслета, нету. Поняла? Или не поняла? Успокойся. Все, пошли уже. Я просто браслет этот уже порвала. Ужас, блин, какой-то. Понимаете, боже, во-первых, уже браслет порвали, блин. Браслет уже весь порван, она вся грязная. А все равно. Нет слов, вот, понимаете? Я не понимаю, что реально происходит просто. Ужас какой-то. Я... И что происходит? Господи. Ужас. Капец. Что делать? Ты не знаешь, что делать? Я? Если бы я знала, что делать, я бы это уже давно бы сделала. Слушай, бы. Может быть, ну, вообще, а да. Нет, это ку-ку? Ку-ку? Да. Гарри, ты меня бесишь. Хватит, Аня. Аня, ты понимаешь? Хватит. Хватит, хватит. Или не понимаешь? Давай, давай. Блин, а как вот здесь вот лад? Вот, видишь, идет уже таймер. Все идет? Все, да, работает. Так. В общем, ребята, я не знаю, что только что произошло. Приостановилась камера, мы не знаем на каком моменте. В общем, если что, Аня только что порвала, ну, Лера сорвала с ее резинку. И выкинула. Да успокойся ты. Аня, тебе растрепала уже все волосы. Отдай именно так. Порватый! Что непонятного? Хватит! Я тебя ненавижу! Аня, успокойся! Это какой-то сна. Ребята, понимаете, вот видите? Какой-то сон. Дурацкий сон. Какая-то девочка. Тихо, слышите? Как будто что-то по трубам бахало. Я думаю, мне показалось. Нет, что-то по трубам бахало. Какое-то что-то тяжелое. Да. Вы что-то упало. Нет, мне просто очень обидно, я пытаюсь помочь человеку. А когда, ну, человек мне просто начинает толкать, я тебя ненавижу. Толкать еще? Ну, то есть, ну, да. Не знаю, это как бы даже обидно. Когда по-хорошему хочешь, а получается как обычно. Я не знаю, что делать теперь. Я серьезно? Тоже не знаю, что с ней случилось, непонятно. Она уже, понимаете, когда... Да, слышите звук? Да, не слушаю. Он как будто оттуда его... Ребята, если вдруг вы знаете, что с этой ситуацией делать, если что, пишите комментарии. Вот просто у вас была такая, не знаю, привязанность к вещи, я не знаю, у вас была такая или нет. О, вон она стоит. Оля, уходи. Они меня обидели. Оля! Оля! Они порвали твой браслет, скажи им что-нибудь, Оля! Я не знаю, что это, но... Аня, успокойся за Оля! Оля, скажи, чтобы он ко мне не подходил! На, снимай, мы сейчас ее забираем, короче, все, мне это надоело. Ладно. Аня, дай ручку, пожалуйста, солнышко, просто дай ручку. Я тебе обещаю, мы покажем, где Оля, мы Олю покажем тебе. Там Оля! Ань! А где браслет? Нет, там Оля! Сделай так, чтобы она утонула! Совсем дурела. Отдай браслет. Сейчас твоя подруга. Быстрее. Давай, быстро, сейчас. Ты чего офигела? Оля, ты твой браслет на дерево закинула, Оля. Тупорылая. Пошла. Аня! Дурочка. Не так, блин, вообще. Господи, это совсем уже нормально. Ай, это как, нормально все? Сильно болит. Мало ли. Вон, вы видите, вот это? Я не знаю просто, что делать. Что с ним? Просто стрёмно сейчас. Да, просто... А какой-то сон, какая-то там Оля, Оля да? Браслет да, какой-то, блин, странный. Обычный браслет. Ага. Аня. Бумажки, типа. Как? Ань.
Ну и что с этим человеком сейчас делать, а? Я не знаю, я просто не знаю. Непонятно, что с ним. Вот реально непонятно, что с ним. В общем, идемте. Пойдешь за ней? Да, идемте. Да, ну туда же.